Всем привет! Мы находимся в элитном коттеджном поселке, название которого я вам не скажу по соображениям безопасности Ростислава. И мы сейчас будем смотреть наш новый буткемп. Погнали! Двери этого дома всегда открыты, без ключа открываются. Закрывай дверь за собой, на всякий случай. Так, здесь же компания котов, которые хотят еды, но мы им ничего не дадим, потому что самим есть нечего. Заходим. Конечно, я хожу в этой футболке всегда. Абсолютно всегда? Да. А спишь? Сплю без футболки, если честно. О, вы бы это видели. И вот, зайдя в этот дом, уже веет теплом, уютом, дотерской атмосферой. Правда, тут никого нет, но дотерская атмосфера веет. Идем сюда. Здесь расположился зеленый экран, где... Ну, чтобы снимать таких игроков, как я. Потому что снимать же что-то нужно, когда ты проигрываешь все квалификации, занимая второе место. Вот. Здесь кухня. Еды здесь нет. Ну, точнее, есть вот это. Блинчики. Идем сюда. Здесь сидит Media Production of Team Empire. Bad player here. Здесь интересные напитки у него в виде кофе и еще какого-то, но это лучше не показывать, наверное. Здесь сидит наш менеджер Дима Корбен. Здесь никого нет, потому что все ушли, всем сказали, сваливайте отсюда, сейчас будем видос снимать. Здесь сидит Ярик. Ставим его стул нормально. Здесь Ростик. Тут я. Здесь Ванскор Ванька. И здесь Айрат сидит. Вот это наша игровая зона. Идем сюда. Без света. В общем, здесь игровая зона для... любителей настольного тенниса, в скобочках, ни меня, ни Ярослава, ни Ванскора, ни Айрата, а только Ростика. Да, это здесь. Теперь идем сюда, но ненадолго, потому что холодно. Очень сильно. Это задний дворик. Здесь летом, наверное, уютно, но так как уже зима, здесь совершенно неуютно, идем обратно. Беседка? Игорь, мне кажется, беседка зимой не особо актуальна, поэтому пошли быстрее сюда обратно. Ой, снег попал в тапочек. Да бывает. Здесь расположились трофеи Team Empire. Смотрю на это и просто слезы на глаза наворачиваются. MLG, какой-то желтенький, какой-то серенький, Star Ladder. Это просто волшебно. Жаль, ни один из них не мой. Идем сюда. Это первая ванная комната, душевая, туалет, умывальник здесь, все как надо. Это для укладки Ростислава, как я понимаю. Lock, Stock, Barrel. Пользуйтесь. Акс, да. Да, Акс с Аксом на голове. Идем сюда. Здесь живет... даже не знаю. Главный SMM-щик Team Empire, Шалва. Мы его тоже беспокоить не будем. Идем наверх теперь. Уже просто 3 часа дня или 4, и все спят еще. Ну, время раннее. Конечно. Так, здесь спал Айрат, но он уже уехал. Бильярд, который играю только я, когда мне скучно. И то очень редко. Сейчас поставим так, чтобы наверняка. Смотри. Гений бильярда, это я. Идем. Свет надо выключать, потому что хозяйка жалуется за цены на электроэнергию. Это ванная /туалет /раковина №2 этого дома. Здесь расположились мои вещи и вещи Ростислава. Мое и его полотенце. Остальные просто не моются, по всей видимости. Идем. Так, ну здесь, собственно... Так, подождите-ка! Немножечко беспорядочка здесь.
Ну, это мы вырежем. Здесь живу я, вот моя кровать, там, где какие-то шматьё валяются. Ну, в общем, здесь я, здесь Ростик. В общем, Ростик, как мы можем увидеть, легкая реклама Цума, ну, пакеты, конечно, оттуда. Легкие ботинки из Цума, джинсы тоже Цума, все Цума. В общем, здесь живет Ростислав Пен Лозовой. Да, здесь живет Цум. Главный рекламодатель Цума живет здесь. Да, идем. Тут спит Ярик Пипошка. Привет, Ярик. Привет. Пока-пока. Спит. Да, уезжаю. Уезжаю я. Идем наверх. В этой комнате тоже спит Дима Корбан, но он очень любит, когда его беспокоят, особенно после поражения. Поэтому мы туда тоже не пойдем. Идем наверх. Кстати, вот здесь я сам один раз, наверное, был в этом доме. Здесь, собственно, на чердаке спит Игорь Бэтплея. Ну, он здесь, конечно, убрался, как хороший видеомейкер. И здесь идеальная чистота по сравнению со всем домом. Все. Постель застелена, матрас, вообще ничего здесь нет на нем. Можем присесть. Идеальное место для того, чтобы проводить свой досуг и спать здоровым сном. Вообще комната Димана нормальная, там она огромная, с джакузи и с этой кроватью. Так, сейчас. Что еще сказать можно? Закончились квалификации на Galaxy Battle. Мы заняли второе место. Уже это входит, к сожалению, в норму для нас занимать вторые места для квалификации, на квалификациях. И мы немножко все расстроены, но поощрение для нас сделали организаторы, что мы сможем теперь играть в Wildcard на мажоре. Вот, поэтому где-то в середине января поедем на мажор. Надеюсь, получится пройти Wildcard и порадовать вас нашей игрой. Вот, да. Поэтому спасибо, что смотрели обзор этого дома. Надеюсь, порча вторых мест будет с нас снята после выпуска этого видео. Всем счастливо! А там еще что-то есть? Тут дверь открывается? А, так вот он что делает. Он подсматривает за Айратом. Как мы можем видеть, здесь комната Айрата видна. Ну ты извращенец старый, конечно.